чашкой кофе предприниматели Химок обсудили важные вопросы в сфере бизнеса. На встрече с главой городского округа Дмитрием Волошиным коммерсанты подвели итоги работы за период пандемии и обсудили идеи развития бизнеса в городе. Много идей, насколько я знаю, да, есть. Да. И у меня тоже есть идеи, которые могут казаться какими-то, на первый взгляд, даже немного такие фантастические. Но, как показала практика, они вот реальные. На сегодняшний день один из основных налогоплательщиков в Химках – торговый центр «Мега». Здесь расположились около 200 арендаторов. На местах трудятся более 6 тысяч сотрудников. Для самих предпринимателей такая встреча с администрацией – хорошая возможность напрямую задать волнующие вопросы и получить на них ответ. Это очень понятный, комфортный и демократичный формат взаимодействия власти и бизнеса. Мы задали вопросы, которые нас особенно интересовали по поводу социально-экономического развития города. На встрече с предпринимателями Дмитрий Волошин отметил, в Химках есть множество площадок, пригодных для развития бизнеса. Локация – самое главное. А у Химок локация есть. То есть такого месторасположения логистического, как у нас, нет ни одного города. У нас есть аэропорт, у нас есть МКАД, у нас есть М-10, у нас есть М-11 – и канал Москвы. 2 года назад по инициативе Дмитрия Волошина стали использовать ранее пустовавшую в зимний период театральную площадь. Здесь установили каток в 3000 квадратных метров. На эту территорию пришли местные предприниматели. Мы современные люди, чиновники. Мы каждый год что-то делаем новое, да? То есть мы сидим в одном месте. В этом году глава администрации городского округа предложил перенести рабочий процесс под открытое небо. По поручению Дмитрия Волошина, собрания, встречи и совещания администрации в весенне-летний период будут проходить в офисе, оборудованном на свежем воздухе. Мы все уже устали сидеть в офисах, дома. Тяжело, нужно выходить на улицу, вместо того, чтобы находиться в кабинете. Это новый формат. На самом деле на улице намного удобнее и интереснее работать. Во-первых, ты все видишь. Во-вторых, ты можешь поговорить с людьми, они могут с тобой поговорить. В рамках поддержки предпринимательской деятельности сегодня на территории округа реализуют национальные проекты. Среди них программа «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Цель проекта – поддержать бизнес на всех этапах его развития. Администрация городского округа Химки находится в постоянном контакте с представителями различных бизнес-структур и бизнес-объединений.